Наши дети подвержены очень большой информационной атаке. Надо преследовать этих людей, которые объявили войну нашим детям. Потому что сегодня подростковый суицид, он совершенно другой по социальной структуре, чем это было 6 лет назад. У них очень много информации такой, во-первых, которой у нас не было никогда. На сегодняшний день у современных детей нет детства. Есть гаджеты, мало общения. Я считаю, что это неправильно. Современные дети ленивые, невежливые, грубят, и неизвестно, что из них вырастет. Как только он попадает в обстановку спорта или творчества, попадает в обстановку здоровой семьи, здоровых рассуждений, способности делиться этими рассуждениями, видеть их и чувствовать, он моментально впитывает это. Современным детям нужно узнать больше, чем детям, которые жили в прошлом и позапрошлом веке. Наши дети от нас в этом смысле выгодно отличаются, потому что они становятся как бы людьми мира. Точно так же, как и впитывает пьющего отца, курящую мать и так далее. Все, что опять-таки приносит вред этой нации. Я бы не просто увеличивал количество часов, проведенных в школе, я бы более позже начал образовательный процесс. Но я бы не считал, что вот это поколение, которое подрастает, оно потеряно. То, о чем мы мечтали и смотрели фильмы фантастические в нашем детстве, эти дети сейчас имеют, так что я думаю, что у них все будет хорошо.